Уже год как Чувашия полностью перешла на цифровое телевидение. Жители даже самых удаленных населенных пунктов бесплатно получили 20 каналов в хорошем качестве. Сейчас все работает без сбоев, но находятся мошенники, которые пытаются зарабатывать и на этом. Сотрудники российской телевизионной и радиовещательной сети призывают к бдительности людей, которые собираются купить новые приставки. В интернете появился новый вид мошенничества. На нескольких сайтах приемник цифрового сигнала предлагают купить по очень дешевой цене и обещают телезрителям сотни каналов без абонентской платы. В интернете предлагают какие-то чудо-приставки. За совершенно ничтожные деньги, порядка 180 рублей, можно купить приставку и смотреть совершенно спокойно там, до 180 телевизионных каналов. При этом не стесняются ссылаться на мнение специалистов РТРС, которых в природе не существует. То есть это все мошенники. Хочу еще раз напомнить нашим уважаемым телезрителям, у эфирного цифрового телевидения доступны на сегодняшний день 20 каналов. Не 180, не 90, а именно 20. И цена приставки не может быть меньше. Самые дешевые, по нашей информации, приставки стоят порядка 400 рублей. Российская телевизионная и радиовещательная сеть не занимается рекламой, продажей и установкой цифровых приемников. Если пропадает эфирное вещание, можно позвонить на горячую линию по номеру 8 800 220 2002. При неполадках именно с цифровым приемником за консультацией нужно обращаться к продавцам оборудования. Поэтому важно приобретать технику в официальных торговых точках и не верить заманчивым предложениям интернет-мошенников. Приемное оборудование, антенна и цифровая приставка, они находятся, скажем так, в зоне ответственности телезрителей. Мы частенько получаем жалобы на отсутствие в эфире цифрового телевидения, и в 99% случаев разбираюсь. Бывает, что просто цифровая приставка по тем или иным причинам дала сбой. Надо просто перезагрузить ее, и все будет включить, выключить, сделать перенастройку, и все пойдет.